Вот, друзья, мы на таком озере находимся. Уток полно, охота закрыта. Вот плывет утка-нырок, по-моему, называется. Ныряет под воду и выныривает с рыбиной во рту. Вон вынырнула. Лысух также много. Бегают по воде. В общем, охота закрыта, утки полно. Первый раз вижу в нашей местности эту утку. Приехали попробовать, у нас конец апреля. Приехали попробовать на карасика. Не знаю. Как полчаса закинули донки, удочки. Сидим, ждем. У нас Сергей Владимирович, главный рыбак. Встает солнышко, моросит небольшой дождик.